готова, я иду. Просто мне тяжело подниматься по этой части узкой. Я это... Здесь места много. Мне тут все нравится. Здесь столько всего интересного. Самое главное для меня жить здесь. Потому что здесь хорошо. Я чувствую, что это мое место. Такая книга, да? Потом тут дальше мои мысли. Тут дальше разные. Тут я пишу. Видите как? Не совсем ясно. Это я написано книгу, посвящаю своей маме, да? Тут написано, вот, как стать взрослой. Тут взрослой. Слую. Взрослую. Идти в взрослую жизнь, да, вот так. Тут много вопросов, в принципе. О чем я буду писать? Как понять свои чувства? Понять, что внутри меня, как быть своим тут, как понять свое сознание, вот так. Такие, понимаете, сложные, да, вопросы? Вот. Мне надо найти друзей и узнать разные вещи. То есть, как маленький принц говорил, то самого главного глазами не увидишь, правильно? Только сердце можно увидеть, правильно? Антонича, Костя, Ира, я еще поэтому Мока. Еще Амилия Овсяна еще будет. И пообедать можно. Вот, и пообедать можно сразу. И послушать, и обед. Это так. Хлеб сам нас не питает. То, что питает нас в нем, есть Слово Божие, есть жизнь и Святой Дух. Аминь. Благословенная трапеза. Манная каша, сыр, творог, сметана, чай деревенский, цикорий. Кто что хочет. Для Кости кашу. Вась, протяни руки, пожалуйста. Спасибо. Не поедем. Для Амира. Не поедем, потому что тут. Пожалуйста, сыр. Хлеб на той стороне. Хлеб пустите по кругу тоже. А масло есть? Масло на столе. На столе масло. Может быть есть, а может быть пока нет. Сейчас. А пока. Я буду масло. А я буду масло. Давайте скажем друг другу спасибо. 3-4. Спасибо. А теперь затушим свечи. Куда? Всем хорошего дня. Поехали дальше. Спасибо. Убираем за собой и еще чуть-чуть. В нашей деревне уже больше 20 лет. Та идея, которая была заложена в начале, то есть вот, что сюда приедут люди с какой-то вот, ну, степенью умственной отсталости, которым в городе, в общем, заняться нечем. И приедут люди, которым интересно попробовать жить рядом вот с такими людьми и сделать что-то такое, вот, общее, такое, ну, общее пространство для жизни. Вот эта идея была, и она, я бы сказала, состоялась.
площадка. Становитесь в круг, может, даже Юля до нас дойдет. Бриллиантовый дым в дворницке. И что у нас хорошего с утра? Пекарня. Это утром пекарня. Еще что утром? Мне нужно в теплице помочь. Двое человек, может быть. Я не знаю, опять Толя и Амир, вы не против? Мне совсем да. Чуть-чуть. И потом пойдем убирать. Сегодня у нас... Никак, Амир, не можешь, да? Не можешь. Может, Костя? Хорошо, тогда, может быть, Толя и Костя. Это вообще сам в теплице. И у нас оказалось, что пол гнилой, и поэтому много работы показалось. Вот, и сегодня Толя и Амир прибирают, да, пол вместе со мной. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Есть большая потребность в хлебе. Вот поэтому штук 5 купите, и тогда хватит и на вас, и если... Хорошо. Обед понятно? В 3 часа? 3:05. Большая репетиция, и перерыв у нас в доме. Ну, по ситуации перерыв. Хорошо? Тогда, если нечего добавить, можно закрыть. Мышка. Добрый день! У меня не белая. Юлечка, кто умный? Лицо к тебе, и я одна теперь. Навсегда, и я свечу шансонере, и я одна. Постепенно прибывали наши вот подопечные. Первый пришел сам, когда построили первый дом. Постучался, сказал: «Здравствуйте, это здесь деревня для инвалидов». И вот постепенно набирали ребят. Кто-то оставался, кто-то уезжал, кто-то не подходил нам, кому-то не подходили мы. Привет, пусть вас доползли. Сейчас бульку публикую, я и обсаю. Да. Обычный будет компост возить. А они как просто, я клубнику сажаю. Они будут сажать клубнику, я буду плевать. Слышь, большая полива. Светлане убежали от слова «инвалид», у нас есть слово «ребята», но этого мало. Все хотят быть сотрудниками, и я разделяю и слово, и тенденции. Сотрудники, люди, которые вместе трудятся. Здесь вот этот простой прекрасный труд, он нужен им, он нужен нам, чтобы... землю поддерживать вот, руками. Так. Только не встряхивай землю с него. Это дерево. Ну, положи на эту кучку. Давайте тачку принесем. Тачку, не надо тачку, я сейчас подвезу. Когда я сюда приехал, я увидел эту цельность жизни, существования. Ну, то есть я из Санкт-Петербурга, жил в городе, городской человек. Никогда не думал, что моя жизнь будет полностью связана с сельским хозяйством, да, и с ребятами. Нация, те люди, которые в первую очередь думают о самых слабых, она тем здоровее, чем счастливее эти люди. Когда я рядом с инвалидом, я не смущаюсь. У меня нет любопытства. Я не чувствую себя как-то неуютно, неудобно. Я просто знаю, что делать. Вот это мне дала Светлана. Я научаюсь у них, как жить. Как действовать, как любить, когда есть какие-то ограничения. Я полюбила Раю до того, как она приехала сюда. Что она быстрая, энергии много. Да. Она про меня писала. Ты солнце, ты огонь, ты свет. Скажи, как да. Еще. Скажи, Вась. Ты солнечная, что я хочу быть крепкой, как Рая, такой. Да, вот, такое. Быстрый, как Рая, энергичный да. Такой. Я ее не спешу, не дергаю, как кукол. Водит на меня в пекарню, потом водит домой.
Я ее не брошу, мне нравится. Зачем? Что мне Ирина Николаевна доверяла, муж. Я мысли тоже пишу. У нас, кстати, гусе рисунков у меня здесь мысли меня. Мы здесь делаем с Ириной Николаевной. Скажи, Оксана. Угу. И мы здесь такую книжку хотим, как у Маши, которую вы видели с мыслями. Вот такую, чтобы пишем, большую, с павлином. Жалко, что вы нас спектакль не снимете. Бегай будет. Гастролировать. Да. Мы хотели в Голландию поехать. Не-не. Нам шумно в Голландии. Шумно в Голландии. Мы не поедем в Голландию, там шумно сниматься. Где эта граница между нормой и ненормой? У меня эта граница давно стерлась. Для меня главное отличие между ими и нами – это то, что они ничего не прячут в рукава. И в этом смысле они даже для меня учителя. Я от них больше беру, на самом деле, чем от людей, от моего окружения, когда я жил в городе. Дима с Севастополя. Вот, я с ним очень долго жил, кстати, в доме Серафима. Когда я приехал сюда 7,5 лет назад, вот я помню, как он спускался вот эти горочки, да, между домами, маленькими шажочками. Вот, то есть ему каждый шаг давался тяжело. Сейчас, по-моему, берет тачку, там она, ну не знаю, килограммов, наверное, там 30, наверное, не есть. И он ее спокойно, вот даже в горочку поднимает, тянет. Динамика вовлеченности в жизнь вот, определенно есть. Я считаю, что это и есть, собственно, настоящая социализация, то есть вот адаптация к социуму для таких вот ребят. Светлана является одной из кемпинских деревень. И их, может быть, 100 по всему миру. Главные принципы – это не смотреть на болезнь человека, а дать человеку возможность работать, жить вместе с людьми, ну, иметь достойную жизнь в семье. Мы не врачи, мы не психологи. Мы люди, которые хотят работать с людьми, у которых меньше возможностей. Вам нет, капусты не будет сегодня. Сегодня, наверное, что-то другое будет. Посмотрим, как по погоде. По погоде. По погоде. Но все это сельское хозяйство не продержится здесь и полугода, если здесь не будет ребят. Собралось 15-17 человек из разных концов земли, языковые барьеры, разное воспитание, плюс разные привычки, вкусы. И все это преодолевается только благодаря ребятам. Любая коммуна рассыпется, если нет идеи. Вот, ребята, это наша идея. Бабушки сели и козлик, она его очень любила, и козлика в супе поила. И зуб попал. Все, и конец. Раньше, если такой бы ребенок появился в традиционной крестьянской семье, вообще бы никаких проблем не было. Он бы жил, он бы делал бы понятную работу для него, был бы присмотр. А поскольку наше общество теперь вот такое насквозь индустриальное, для ребят нам сейчас нет места в этом обществе. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава.
Я много раз думаю, зачем я живу? Может, мне умереть? Нельзя сказать, что ты человек умный, золотой, а ты больной. Нельзя. Все мы одинаковые. Больные, здоровые. Все мы нормальные, больные. У меня была душа. Где моя душа летает? У кого я не спрошу? Никто этого не знает. В кармане, где я живу, например, есть все. Я иду в магазин и получаю все, что я хочу. И это для меня слишком много. Я не хочу так жить. То, что я здесь делаю, я знаю, как важно это, как это надо. Если ты делаешь что-нибудь, где инвалиды живут, и да, это мне нравится. О, спасибо, я пробую, да? О, молодец, это удобно. Спасибо, Никита. Можешь это иметь? Здравствуйте. Ты работал? Саша, что это? Ты совсем грязный там. Когда я первый раз приехала, вообще никогда не спал. Это просто ужас. И сейчас он спит 7 или 8 часов. И, например, если я утром скажу, тихо, люди спят, и что, он сразу тихо, и он даже стол накрывает. И тогда, ну, конечно, тяжело с ним, конечно, это наш Саша. Это ваш друг. А уже много лучше. Да. Здравствуйте, я Саша Другов. Я работал на поле, да, что могу рассказать про поле? Очень большие кучи, вот такие. Я взял вилы, пошел на поле. Кучи большие, навозные. Я их кидал. Знаешь, Саша, я это тебе не верю. Почему? Ты никогда не так работаешь, как ты сейчас расскажешь. М? Ну, знаешь, Беатрис... Это правда, что ты говоришь? Скажи. Да. Скажи, это честно, ты это честно правда. Говоришь? Это правда, друзья мои, я работаю. Ну, а не так вот много, так. Как ты сказал. Может быть, деревня для кого-то исчерпывает свои возможности. Ну, вот у нас Саша Другов. Ну, ему уже стало трудно в деревне, нам стало трудно с ним, и он переехал в город. Ну, пришел человек к нам в нужный момент, получил от деревни что-то от него получила, и дальше у нас свои пути, да, и все хорошо. Про Светлану вспоминаю коровник, вспоминаю Миньку, все вспоминаю. Уже машина меня не сбивает, потому что я через дорогу аккуратно стал переходить. Я самостоятельно езжу на метро. Я хочу передать всем большой привет Светлане. Доктора играть буду, Владик, доктора. Вы как раз приехали, прямо там ее доктора играли. Все в порядке? Да. Мы не знали ни про кемпинское движение, ни про какие-то вот правила, какие-то вот, но вот это вот уважение, отношение как к человеку, да, человек, который с большой буквы пишется, это впервые в жизни. Так это все время было с приставкой, вот, ребенок-инвалид, то есть, а я мать ребенка-инвалида. И первое место, которое было не таким, это вот была Светлана. И это, конечно, ну, огромный сдвиг в сознании. А в Светлане днем он работал в коровнике,
А вечером сидел и слушал, как играют на скрипке. В Светлане читали Бродского, слушали классическую музыку и рисовали пастелью. Да. Это же соскучилась. Ой, да. Меня сопит на приехал. Как боевой солдат меня. Да лучше б, чтобы не солдат. Минь, давай рисовать больше не солдатом. Можно? Без пиджака, то ты его испачкаешь. Мы пастелью рисуем. Пиджак мини, это слишком официально. Давай, убирай. Вот так. Вот тебе. А какие звуки? А как называются? Люди, мы попробуем, знаете, что с вами рисовать? Попробуем рисовать город золотой, где гуляют животные невиданной красы. И есть сад, и травы, и цветы. Ну, понятно. Павлик, я знаю, ты не очень любишь, но может получится. Давай вот так вот, смотри, бери руку. Кто? Руку бери и вперед. Давай. А вот, волнуйся. Так, ну давай. Кто ангела, берет светлый тон. Сначала фон, потом все остальное, ладно? Пастель аккуратно бери. Васенька, подожди, мы с фона начинаем, ты же помнил. Людей будет замечательный, но нам нужен фон, Вася. Хорошо? Ну, мы потом посмотрим такого покрупнее льва, ладно? Чтобы он такой солнечный был, не коричневый, а солнечный. А что такое? Ангел. Ангел? Так вот, веди. Оп. Они должны... Я душу дьяволу продам, хоть с тобой. Не будет смерти мне не обрести покой. И смиралась, да. Не покидай меня без твоя меня. Я у меня бегу к тебе. На нас можно смотреть, как на зверинец. Странные люди. Ну, и мы странные немножко. И ребята тоже в чем-то странные. А можно вместе с нами радоваться. И это не значит, что все должны сюда приехать и жить такой жизнью. Это выбор каждого. Но уметь радоваться и за такой выбор тоже. Мне тут нуля висе. И буду здесь и работать. Как же в Иксар. Великий Ленин. Ленин чем же велик-то был? Что сказал Ленин? Любите обоих, поработать. Работать и учиться, как завещал великий Ленин. Да это только он один завещал. И буду ходить в магазин. Чего такое кошмар? Был одинаковый шампунь для всех, одинаковое мыло, одинаковая паста. Мы пытались организовать маленький выбор, такой, какой мы можем. Небольшой. И каждый просто может прийти и выбрать то, что он хочет. Вот это чувство, сколько мне достаточно, оно здесь очень хорошо развивается. Мне это... такого взять. Берешь, выбираешь, еще что-то возьми. Да. Я проверила, возьми один шампунь, да, возьми. Наташенька, ты что хочешь?
Апельсин хочешь? Да. В дорогу, если. Да. Это дезодорант. Это тебе страна. Нужен дезодорант, Зуля? Как ты думаешь? Ты умеешь им пользоваться? Да. Тебе показать как? Да? Надо показать, как показать? Зуль, вот там он так вот катается. Он покатается его, да, и вот. И по себе. Ну, да. Сможешь ты пользоваться им, Зуленька? Сможешь? Да. Ну, давай. Хорошо. Может, мочалку? Да у тебя четыре вещи. У тебя и так четыре вещи. Ну подумай, да, подумай про мочалку, насколько она тебе нужна. Ты помнишь, очень что нужна. Случилось с твоей мочалкой? Я буду очень бережно мыться, куплю ну, мочалку. Ну хорошо, давай. Нет. А у него уже четыре вещи. Саш, ты же помнишь, ты такую мочалку купил в прошлый раз, и ты ее испортил. Ну, очень осторожно. Нет, Саш, ну ты же ее испортил за один раз. Если покупать, то тогда теперь только такую. Ну, ладно. Ну, ему просто нужна мочалка на самом деле, да. Хорошо, Саш. У тебя карточка с собой, Саш, да, я смотрю? У меня нету карточки. Тебя нет. Алёша хочет такую пасту, у него потерялась карточка. Мне можно талон на машину? Я люблю кататься с детьми, Саша. В следующий раз ты придешь и можешь купить талон на машину. Сейчас ты выбрала другие вещи. О, я хочу поездку. Да, вот Вася у нас просто обожает кататься на машинах. Я люблю кататься на машинах. Поэтому он всегда покупает поездки на машинах. Я возьму кататься. И вот он покупает такую карточку. Я пишу, например, машина для Васи. Вот моя комната. Это машины. Это из журналов пью я. Из журналов брал. У меня папа актер. Папа актер. Сюда он приезжал, папа. А мама где у тебя? Умерла мама у меня. В 2003 году умерла Галя Гладкова. Это мама Васи, моя жена, актриса. Ну, она снималась в фильме «Экипаж», вот играла дочку Жжонова. Ну, в общем, знаешь, ну, как бы вилы полные. Я не знал, что делать. Я остался один с ребенком-инвалидом. Меня не интересовало ничего, то есть, ну, плюс проблемы с алкоголем. Ну, можете об этом говорить, потому что в этом нет ничего страшного. Но потом вот Светлана помогла мне выбраться самому из этой ямы. Светлана стала для меня спасением. Там с Васей постепенно происходили перемены. Вот когда мы одни остались, он не мог зашнуровать ботинки. Он вообще ничего не мог. Волонтеры сделали из ребенка-инвалида полноценного человека. Вася стал организован. Он стал за собой следить, он стал за собой ухаживать. Вот моя комната. Я девочка собираю. Я вырезаю. Из унова вырезаю. Вот папа мой. Вот папа мой. Это папа мой с Леной. Это папа мой. Это папа мой актер. Папа мой приезжал сюда. Папа бывает часто. Папа мой приезжал сюда. Ой, что, бегу, мыть посуду. У меня маленький гость, я просто... не могу доставать. Он мне помогает. Я одна поваряюсь. Мыть посуду. Тут немного, тут... Приехала Вика. Она многое умела, многое знала, потому что ее семья очень много сил вложила ее в воспитание, улучшение здоровья, все такое. Но приехал ребенок. А сейчас, если вы видите, как Вика работает, с каким энтузиазмом и ответственностью, и желанием, вы видите, что это огромный шаг вперед. Был 1998 год. Был отбор ребят. Мою Вику отобрали. Ну, на тот момент ей было 16 лет. Маргит сказала, что давайте так сделаем. Через год она приедет, где-то на месяц. Сначала, как обычно, 2 дня, неделька, потом месяц. И вот счастье. 2000 год, 15 мая, мы там. Своя комната.
Тяжелое было становление сначала, потому что ребята ее не приняли сначала. А, Ёма, моя! Викуренька, здравствуй! Ну как там? Я бы молоко вымыла, перед вами приедем. Ну, молодец. Ты обязательно одевай полурезиновые сапожки. Мне Лена прислала фотографию. Ты стоишь в замшевых туфлях, а там мокро. Так что давай, следи за собой. Ладно. А ты с бабушкой завтра поговоришь еще. Хорошо. После уборки, когда я вымыла пол. Конечно, конечно, да. Старайся. Что-то сегодня тонкие какие-то получились. 40 лет назад отношение было совершенно другое. Никакой поддержки не было со стороны общества. Никакой. Мы же жили в коммунальной квартире, соседка была. Хохочет целыми днями, веселятся там, пляшут. Плакать надо черными слезами. А что же плакать? Зачем плакать? Что ж теперь, все? Где? Минь, а расскажи, почему тебе тут так понравилось? Я не знаю, что тут ему понравилось, но к нему отнеслись хорошо. Вот. Я... Пекарь. Тогда ты не был пекарем. Ты тогда был главным фермером. Что ты делал на дойке? Держал. Хвосты. Даю. Даил. Коров? Ну, одну корову он выдаил. Одну. Это мне так было интересно, а потом, а только я это научусь здесь. А так я этим делом, я отсел 10 лет этим делом занимался. Умница, Майка. Сергей Новиков, до 12 лет он жил в Прибалтике, вот там у них как раз была скотина. Он очень интересуется политикой, например, что в мире происходит, и много что знает. И довольно самостоятельно, он загранпаспорт сам оформлял. Ему, может быть, чуть-чуть образования, еще чего-то чуть-чуть не хватает, чтобы он вот, ну, был таким полноценным здоровым человеком. И вот это как раз вот чуть-чуть, это вот это и есть грань, когда... Его сложно назвать, скажем, сотрудником, но я бы не назвал его там инвалидом, что ли. Свинья. Лиза, Лиза. Лиза, 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 Лиза. Да, 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 девочка, я такая. Ну, да, ну, 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 давай, 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 давай. А ты, ты сука, да? Лиза. Сепе, сепе, такие мусы, кантасы. Большие, большие. Ой, тут свиньи, Марита. Куда? В махаоне. Компост. В махаоне. Это не надо. А у нас все здесь. Сейчас что надо делать? Юля, когда она сюда приехала, она даже не могла пол домыть от начала до конца. Она начинала и на полдороги бросала. И она забывала, что она только что мыла пол. И она занималась чем-то другим. И тут приехал такой человек из Германии. Он занялся сырной мастерской. Он работал с ней изо дня в день. Дальше произошло чудо. Юля выучила вот эти операции, которые делаются. И Юля переменилась. Юля, будет чай? Ну, берите буду, чай. Буду. Там, давай, бери, бери чай, бери чай, бери. Ты как с мужской? Да. Эй, что делать там? Сыр, молоко.
Одно молоко я уже один раз дала. У меня же молоко. Спасибо. Ну вот бы, ну вот вы отыскали, то отжекли. Новый год пришел. На речке. Павлик, покатай меня, пожалуйста. Ну, поехали туда, вдоль травы. Пособираешь мне цветочки? Мне очень хочется. Павлик просто сидел на кровати и не двигал даже рукой. У него есть собственный выбор теперь. Он может вдруг раз и уйти на речку. Мы всей деревне ищем Павлика. Теперь он может печь хлеб и подметать, и уже делать какое-то свое печенье. Но он еще не говорит. Может быть, и никогда не заговорит. Но он живет своей жизнью. Он вплетается в эту жизнь. Он великолепен, Павлик, со своим смехом. С ним непросто. Для него нужно больше времени. Он готов вот на таком уровне общаться на своем, да, не проговаривая, может быть, слов. Варенье варили. Хочешь варенье? Но людей мало, и он недополучает, к сожалению. Куда поплывем? Куда и туда. Еще, еще, быстрее, быстрее, еще. Нет, нет. Злата или кого? Помнишь? Сейчас, давай, поплывешь. Угу. Поплывем? Павлик? Да. Привет. Ступай, не бойся, она выдержит. Оп. Потому что, видишь, она там, там сломана. Вот Женя! Тихо. Вовка! Вовка! Вова, лови! Привет! Молодца! Молодец? Давай туда кидай. Давай через сетку. Молодец! Сегодня наши ребята, группа инвалидов из интерната, из города, приехали. Первый раз в гости на Светлану. И сотрудники тоже с интересом познакомились с такой уникальной деревней, где инвалиды живут сами и сами работают. Мы привезли слабых ребят. Такие ребята, конечно, на Светлане жить не могли бы. Давай. Давай. Все, устал? Поднимайся. Давай, Виталий, поднимайся. Давай, давай. Давай, давай, поднимайся. Ну давай. Что, все? Не пойдешь? Все, устал? Очень много грустного у нас в контактах инвалидов и общества. Обычный интернат для людей с ограниченными возможностями – это тюрьма в худшем ее проявлении. Интернаты и детские дома для особых людей, они находятся всегда в такой глуши, куда вообще сложно добраться ноге человека. То есть такое ощущение, что специально в свое время продумано было, чтобы люди не видели их. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрее и отважнее вас. Устроим хоть раз самый жуткий час, где напасть на нас будут жить права. Дай мне гитару. Можно выпить? Все, говорит.
давай дальше. У них такие заболевания сумасшедшие, что вообще трудно себе представить, как они жить-то могут. Они поют при этом, рисуют и вообще что-то делают. То есть это, наверное, акценты в жизни кардинально меняет. Иначе смотришь на солнце, на воду, на то, что есть у человека. Когда мать меня родила, она бросила меня с рождения. Я жила в Санкт-Петербурге в психоневрологическом интернате. Это в ПНИ-1. Я вышла замуж, а на второй год мы захотели ребеночка. А тут в роддоме пытались отнять неоднократно, пока я там лежала, органы опеки. Вот они вот заставляли сдать ее в дом ребенка. Вам все равно негде жить. В интернате у вас нет условий. Мы созванивались с вашим интернатом. И когда я приезжаю в жилищное отдел, а мне там спрашивают, ну вам же уже 18 было, а почему же вы не получили комнату? А что отвечать им? Так отвечаешь, что разные интернаты, где не дают, где дают. Но меня сюда вот направили на полгода. Но тут вот женщина, педагог, и она сказала, поможет, будет звонить в эти жилищные отделы, чтобы ускорить процесс с комнатой. Ты не запылился сначала? Меня. Что? Они в магазин хотят заехать еще. Где? Кто? Мин, поедем завтра? Поедем завтра? Завтра у нас будет событие. Музей. Мокрый большой. Что там погулять и город свой. Миня, это тебе. Вон тебе. А еще? А ты мне принесла? Миня, обни миску какую-нибудь. Миня, ты тебя еще упала. Держи. Я малину возьму, сама ее сделаю. Малина будет и не хорошо. А с этим что, отрывать? Да. А это отрывать ее. Значит, цветочки отдельно, а листочки отдельно. Нет, Наташенька, нет, это Миня делает. Хорошо. Сейчас все напортим, это тоже. Привет. Вот так отрывать? Вот это тогда, да. Вот так надо. Вот так отрывать. Да. Оксана, это ты делаешь? Кирилл, а ты давай Мелиссу, ладно? Я прошу. А это потом делишь свое. Вот оно здесь. Это шалфей лекарственный, дорогая моя. Шалфей лекарственный, говорю. Какой запах? Это у нас ромашка. Вот. Ой. Это календула. Вот. Это наша мята. Зверобой. Лаванда. Чай зеленый. Вот, у нас мы его делаем, чай зеленый. Вот. Мы всю его зиму его пьем. И какие чаи не делаем. Оксанка, это наш помощник. Она уже живет давно в деревне. Она помощник не только в доме, а вообще вот. Но в жизни в деревне помощник.
есть какие-то организаторские у нее способности, ребята могут ее даже быстрее послушать, чем, например, сотрудников кого-то. Вася очень легко может успокоить. Одного ее слова достаточно, чтобы он или, например, вышел из себя, или, наоборот, успокоился. Есть же это, наверное, у каждого какие-то мечты такие, в принципе, утопические. Поедем в деревню, будем жить дружно, коровки там, чтобы хозяйство всякое. А тут так, в общем-то, так и есть. Мы живем в доме рядышком с Павловском. Там к нам приезжали ребята в гости. О, штука заморская отвалилась. Они у нас оставались, ночевали как-то, в общем, мы так задружились. А дальше выяснилось, что вот там, у них стоит безнадежная постройка, которая, того гляди, рухнет навес. И мы вписались ее, как это сказать, реконструировать. А помимо этого, выяснилось, что как-то по жизни совпадают еще и интересы. И вот они предложили вместе с ними сейчас сделать спектакль. Третий часа я буду репетировать. А, все, ну тогда и встретимся еще тогда. Третий часа, я же играю розу. Ты все увидишь в моем белом платье. Я ее сама. И она длинная, ты ее увидишь на репетиции. Ну это Ирина Николаевна идея. Назвать это все «Вечность. Инструмент любви» и взять историю про маленького принца в качестве основы для сценария. И мне вот лично понравилась вся эта идея тем, что люди остаются детьми на всю жизнь. Вот, а ребята, ну вот ребята, которые здесь живут, и мы теперь вместе с ними, они, в общем-то, эти самые дети и есть. То есть вот смотришь на них, на самом деле, как в зеркало. Так, ну что, начали наконец? Ну. Мотор с командой, какой плов может быть уже, ну, ой, этот барашек большой, а у меня такая маленькая планета. Похоже на мою розу. Моя роза другая. Это же трагедия, он говорит, кто вы. Моя роза. Да, моя роза другая. И в это время вы играете такой мажор.
Он рано вышел просто. Рано вышел. То есть вот этот балаган заканчивается, и тогда он уже говорит. Все хорошо. Амир! И ко мне. Игорь, что паспорт сам? Все хорошо. Стой, стой, стой. А мы никуда не спешим. Мы стоим просто. Приручи меня. Я ничего не могу себя приручить. Мне надо найти друзей и узнать разные вещи. Спектакль можно ставить как можно чаще, потому что это так приятно для ребят играть не себя, а другую роль. Это очень полезно. На Рождество обязательно ставим спектакль. На Масленицу, осенью, на день урожая или летом. Ну, как только появятся возможности, кто желание есть у кого-то, ставим спектакль. Обязательно. Тихонько. Видите, как все просто. Один раз шили. Потом 10 лет у вас считают, на 10 лет вы костюмами обеспечены. Шарфик, плащик и все. Это будет всегда ярко, это всегда будет празднично. У нас и цари, и пастухи. Вот, пожалуйста. Покажите. А может, не застегивать на это. А я не похож на пастуха. Ты не похож, похож. Руки суй. Ты суй руки. Вот. Вот. Вот такой, на булавочках весь будешь. Где мой костюм доктора? Вот. Я подожду, когда меня оденут. Саша. Да, Лена. Саша у нас доктор будет. Mm. Подожди, сейчас не порвешься. Или очки сломаешь. Так. Ну-ка. Ну вот, настоящий доктор. Только шапки нет, жалко. Не надо. Почему? Так хорош. Это ходит король. Сережа по деревне, он снимает рубашку. И эту тур. Обе рубашки снимали. Сережа по деревне ходит как король. Серега, у тебя сейчас в этом платье должны появиться королевские замашки, как хочешь. Вас слышим, королева девушка. Просто корона мне скучно. Это такая корона. Могло быть и побогаче. Но все равно король. Давай еще ангела, у нас осталось светание. Пастухи у сада в эту ночь не спали, святый ангел прилетел к ним из небесной светлой дали. Это были те годы, когда было очень много иностранных волонтеров. Сейчас их все меньше и меньше. Ну, я вот не могу сказать, почему именно сейчас не едут иностранцы, это не мой вопрос. Мы, родители, занимаемся поиском, но почему-то не едут.
Нам трудно, скажем так, и некоторый недостаток внимания есть для ребят. Визовые проблемы, они нам очень больно ударили. Раньше мы по обычным визам люди здесь жили год спокойно и потом уезжали. А сейчас по обычным визам это 3 месяца. И, конечно, приток желающих резко сократился сразу же, как только изменилось законодательство. Очень жаль. Чуть-чуть побольше. Да? Такие очень маленькие. Да, это получше. А вот это? Я боюсь. Да, тоже нормально. Моя виза тоже на 3 месяца, это чуть-чуть неудобно. Я через 3 месяца, мне коротко нужно уехать за границу и делать там новую визу, а потом могу возвращаться. Обратно? Да. С одной стороны, да, это неудобно, что всегда нужно делать эту маленькую паузу, но с другой стороны, когда я возвращаюсь, у меня есть новые идеи, и что еще можно делать, да. Ага, уже вот немецкая девочка сейчас Лана, она для ребят каждый понедельник устраивает цирк. То есть занятие называется цирк. Да, это от нее шел посыл. И там и мячики, и там и упражнения, там опять же смех. Берите. Это почти как медитация, и люди успокаиваются немножко. Делаем круг. Кладем наши мячики. Хорошо. Ох, меня здесь упадет. Главное, чтобы у вас не упало. Молодец, Маша. Социальная практика на Западе – это хорошо, это человек правильно живет, что он год поволонтерил, помог кому-то. А у нас это до сих пор скорее вопросы вызывает. У наших российских волонтеров это никак не сказывается положительно, ну, я не знаю, как вот, если смотреть, вот, о, это бонус при поступлении или при приеме на работу и так далее. Скорее, это вопрос, а что ты там вообще делал? Да? То есть людям стало труднее жить и труднее найти возможность поволонтерить. Очень часто приезжают люди не просто случайные, а совсем случайные. Если говорить про россиян, например, да, люди приезжают с тем, чтобы самим получить некоторую помощь, может быть, пересидеть, может быть, что-то пережить в своей жизни. Вот. Иностранные ребята приезжают отдавать. Они настолько наполненные сами, вот, что у них есть эти силы отдавать. Но реально волонтеров нет, сотрудников мало, и это будет ограничивать количество ребят, которые здесь будут принимать. Куртку Райан, хорошо? Райан. Е. Е. Бабушка. Я бабушка. Вот Петера. Ну-ка. Смотри, вирус Райан. Ну-ка. Смотри, Сергей. А что мне еще будет? Мы дыхание вещи. Что еще будет? Пьете мы дыхание вещи? Да я. А? Дерево. Что?
Я не хотела, но придется. Ну, давай, если... надо до нас вам принести. А я вехи пойду. Я занимаюсь гимнастикой. Помнили? Я занимаюсь танцами. Мама помогает стирать, готовить оладья, блины, каша, супы. Часто можно слышать, что деревня – это не про деньги, поэтому те карманные, как называют здесь, получают волонтеры, да и сотрудники тоже, да, они абсолютно незначительные. Но, с другой стороны, это вопрос, как мне кажется, человеческого достоинства. Человек должен за свой труд получать деньги, это существенно. Но натыкаясь вот на те суммы, которые реально получают здесь волонтеры, для многих это большой стоп. Будете есть? Дует. Хватит. Сырьячка. Ну все, гори, все. Да, мало. Вот. Пусть разгорится. Просто наливаю и передаю, а дальше разбирайтесь. У нас есть. Кому больше, кому меньше. Меняйтесь, переливайте. Стол не целоваться, Маша. Не целуйся. Не пресси. Да, мягко сказать. А это кому? И мать, и тебе это передавать. Тебе это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это тебе, Вика. Я сова, Наташа, у меня не надо. Так, всех есть. Всех есть. Сама приятного аппетита. Да, мне тоже. Спасибо. Все? Спасибо! Спасибо! Сейчас определенный поворотный момент. Нам надо научиться находить людей, которые хотят работать здесь, вот в новых изменившихся условиях. Ну вот мы пытаемся здесь финансовый вопрос тоже решить. У нас был очень хороший опыт в 2018 году. Мы выиграли президентский грант. Это была очень существенная поддержка, потому что мы купили вещи, которые вот необходимы для нашей вот повседневной жизни. И были три поездки, ребята, в Ленинградскую область и вот в Крым. Я еду на море. Так, рассказывай. Да, мы ездили к нам в Севастополь. Мы ездили в Севастополь. На Борисове Краус отдыхать. На Борисове Краусе отдыхать. Мы там плавали с кожевика в бассейне. Мы там плавали в бассейне. Всякие упражнения. И в море тоже. Потом там гуляли, скажи, тоже по скалам. Мы там гуляли. Мы ели. По городу гуляли. Да. На большом корабле. Все, вытерла. Люди нам помогают. И в каком-то смысле мне кажется, что люди помогают как бы своей мечте. Они хотели бы жить так, как мы, но у многих держат обязательства. Спонсоры-благотворители тоже понемножку помогают. Да. И, ну, да, мы во многом живем благодаря добрым людям. Им огромное спасибо. Вот когда-то давно нам очень здорово помог фонд Спивакова. Давай чаю попьем вкусного, да? Что нам говорить? Давай чашку. Миш, а помнишь, еще у нас есть кассета, диск, где Спиваков играет? Помнишь, ты входил, благодарил его, да? Ходили на концерт? Помнит меня? Да. Пивыков. И он, Грефер,
блины и шампанское. Блины и шампанское помнишь? Да. Ну ты гусь, Мишка. Вась, ну, ты помнишь, тоже был? Ты был на этом концерте, когда ездил? Блин, «Виртуозы Москвы» называется. «Виртуозы Москвы», точно. Мы ездили на «Виртуозы Москвы», да? Я не знаю. Сейчас еще дети, там еще девочки. А вы на инструментах играете, на которые я поставил? Играю, да. Понравилось? Хороший? Очень. Хорошо. Получите удовольствие сегодня. Сегодня такая программа божественная. Хорошо. Чтобы даже потеряли слова, по-моему. А что хотели? Много всего говорить. Как-то выразить что-то. Спасибо, спасибо. Ну что вы, ребятки, мне такое привезли. Это дары нашей деревни. Спасибо. Мы в деревне уже сколько недель думаем о том, что можно привезти вам в подарок. Ну, выразить то, что мы настолько благодарны, что вы просто прямо спасли нашу деревню. Это был наш тогда первый опыт на посещении таких концертов. С тех пор это все развивается. Ребята ездят на концерты именно классикой. Но сейчас, например, новая старая мечта – построить все-таки зал, где будет сцена, где будет просто большой зал, где можно танцы танцевать, спектакли делать, людей на концерты приглашать. Да? Ну, то есть это не хозяйственный проект, это просто нашу жизнь улучшит и украсит. Многие ребята, которые пришли сюда 25 лет назад, естественно, они, я сама, мы вступаем в такой, ну, уже зрелый или очень зрелый момент жизни. Здесь нужно организовывать определенную атмосферу, чтобы, старея, люди чувствовали себя еще более счастливыми, что ли, в чем-то, да, потому как в ладонях их жизнь. Этого не было раньше в Светлане. И вот у нас выросла эта тема. Помните, мы говорили про дерево, да? Угу. Да? Угу. А мы будем рисовать такие деревья, которые 2000 лет берут на себя старые. Всю боль. Ты права, всю боль и весь труд. Старые оливы. И сон. Под ними. Спасибо заранее всем за тишину. Это. Вот.
сейчас сделаем так, что все ваши усилия стекаются к середине. Я разочаровался в своей профессии, я потерял интерес к театру и ко всему. Я думаю, может быть, это и есть мое покаяние, вот там, бросить все и жить там. Потому что я вижу, как реально, это не какой-то там, извините меня, и типа такой, уж на кухне, давайте спасать мир, давайте спасать мир. Вот, пожалуйста, вот это для меня покаяние и спасение мира. У меня все в порядке, это просто... Да. Не, естественно, мы понимаем. Опять мы рисуем. Я могу сегодня ребят рисовать. Мне кажется, все равно надо поговорить об ней. Потому что такая текучка событий, и я просто вижу, что люди... Хорошо, когда в 3 часа люди приходят туда? В нас, да? Да. Да. Мне бы хотелось, чтобы тема вот этих волонтеров звучала и звучала, да, звучала и звучала, что в деревню нужно ехать, но нужно ехать, думать, куда ты едешь, да, и, но ехать нужно, потому что это очень во многом не столько для ребят, сколько для нас нужно, конечно, чтобы этих людей просто замечать потом и в городе замечать, да, потому что, ну, не только здесь протянутая рука важна, да, она важна везде. Спасибо, что снимали. Люблю поверить еще в деревню. Thank you.